Здорово, дружище, меня зовут Саша, ты на канале Князь. Сегодня у нас битва замков. Усаживайся поудобнее, не забудь наложить себе вкусненьких пельмешек и, конечно же, заварить крепкого чая. Так, а что у нас получается? Мы находимся на аккаунте игрока под ником RL Megatroll. 353 тысяча самоцветов. Бесплатная попытка, мы по ней ударим. А, так, какие 353 тысячи сила? Игрок находится в гильдии под названием Red Legion. Red Legion, друзья, пропуск битвы гильдии Кик, атака фортов 12.00 в 13.00. И смотрите, очень важная фигня по поводу вступления, ребята, списываться, да, ВКшечка, ID-шку вы видите, списываться через контакт. Вот, если хотите вступить, вот вбиваете эту ID-шку, вся инфа на экране, и берете, вступаете. Далее, что я хотел бы, ребята, сразу же отметить. Отметить я бы хотел бы то, что, ну, я делаю ставку, не знаю, можете поставить видео на паузу, сделать ставки. Ну, вот вы сейчас на аккаунт смотрите. Как вы думаете, это бездонатный аккаунт или донатный? Вот, я думаю, что тут на аккаунте задоначено 1003. Давайте, пишите в комментариях, что вы думаете. Лайк свой княжеский не забудьте, ребята. Лайк! Лайк! Вот, так, что? А, слушай, ну не 3000, 14 тысяч, окей, 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 ребята. Ну, так, что по недостающим? Давайте взглянем. А у нас тут около 50-55 тысяч самоцветов, да? Ну, потому что часть самоцветов на складе. Так, давай. Мастер рун. Дальше. Королева Оз для судьбы, мисс Магия. Берсерка Культист. Тоже 5 недостающих. Пепельная Матрона 6. Так, скиталец. Скиталец. Ну, до хера вообще, на самом деле, не хватает. Ну, чё, давай попробуем. Давай, давай, дружище. А давай сначала эти 26 тысяч потратим, а потом будем расчехлять дальше самоцветы. Так, давай, ловись, рыбка большая и маленькая. Большая мастер рун, хотелось бы его увидеть. Рина. Ну, нам упала Рина. Нам упала Рина, друзья. Рина! Рина. Так, вообще, хотелось бы эпика увидеть тоже, знаешь. Было бы, наверное, круто. Давай, шаман, циклоп, оборотень, бочка. И, ну давай, братишка. Братишка, давай. Да чё-то вообще герои не падают. Слушай, нет, давай сразу расчехлимся. Давай сразу расчехлим. Тут у нас ништяков никаких нету. А, вот так вот 18 тысяч. И тут еще 5 тысяч. Так, 39 тысяч. Окей, давай. Оп, оп, оп. Слушай, вообще герои не падают. Ему вообще похеру. Профессор Рибит. Типа мы вот, дама холода, мы вот сколько потратили самов. О, ну вот сейчас, сейчас что-то завелась шарманка. Я уже хотел жаловаться, что там 10, десятку потратили, один герой только выпал. Сноузила. Оккультист! Оккультист, друзья, недостающего оккультиста выбили. Так, так, я прав, друзья. Да, уже хоть что-то. Уже, или подожди, или там был оккультист. Ну-ка еще раз. Герой. Герой нет, не было оккультиста. Нормально. Нормально, давай дальше. Уже начало. Воу! У-ху! Демон-охотник, друзья. Вот так вот, вот, слушай, и прям вот, я просто для меня это было неожиданно, потому такая реакция, как бы просто за 150 ударил, и демона-охотника выбил. Хладный призрак, седна. Одержимый душегуб, слушай, ну, не хочу накаркать, мисс Магия! Мисс Магия, я хотел сказать, роллинг складывается более чем удачно. Ну вот, я боялся сказать это, потому что я могу накаркать, да? И нам выпадает еще, помимо эпика, нам выпадает, ёпта, мисс Магия, которая, блядь, походу, что, была здесь? А, нет, ее не было! Ее не было. Поздравляю с мисс Магией. Поздравляю с мисс
лишь с магией. Да, ну вот, ставьте лайк, если вы так же хорошо поете, как и я. Ой, слушай, ну я что-то прям рад, я доволен. Давай, суккуб дальше. Ну, вот еще бы мастера рун выбить. Мне пацаны не было. Мне пацаны не было. Давай. Рина. Вот. Королева змей, шаман, ведьма, оборотень, Афина, дама холода, который раз уже падает сегодня. Слушай, может, второй раз эпик упадет? Ну а чё? Ну а чё? Мог бы и упасть, знаешь, мог бы и упасть. Тритон, ледяной дьявол, бочка, шаман, варлок, купидон, капитан, рогатка. Но это все как бы... Ой, ну это все такое. Подожди, а что у него с этим, с эпик-героем? Что у него там с эпик-героем, друзья? А, ну уже, смотри, эволюция сделана. Палач, шаман, оборотень, циклоп. Давай, я не знаю, раз эпики по 150 падают, Атлантикор, сердцеедка, давай по 150 ролить. Так, давай, раз, два, три, укротитель. И, нет, четвертый не выпал. Давай вот так вот, может... Если будем вот так перезаходить, может, что-нибудь нам повезет. Бог грома собьется там рандом. И он еще раз нам даст эпика или мастера рун, к примеру. Но сейчас пока что-то... Что-то как-то не дает. Что-то пока что не дает. Давай. Палач, панда-разрушитель, ёпта. Тритон, рыцарь. Эй, давай. Махатма. Все. Все, ребята, пока что не то. Атлантикор, циклоп. Так. Мы еще, кстати, не посмотрели на новых героев. Не падает, не падает. Надо, я не знаю, надо ломать систему. Что-то перестало падать. Что-то я, знаете, перемудил. Сколько здесь свободных мест? Смотри, мисс Магия и оккультист. Мисс Магия у нас сразу с третьим просвещением. А оккультист у нас с каким-то более-менее новым талантом, да? Комета. О, мы можем сразу второй талант открыть. Окей, друзья, давай. 150. Оборотень, фея, ведьма, медуза. Это сколько героев подряд там упало. Давай, давай, не останавливаемся. Не останавливаемся! Ну. Ёб твою. Давай, дружище. Давай, героев нам побольше. Укротитель, последний герой. Ну, короче, что у нас? Ну, грубо говоря, мы выбили мисс Магию, мы выбили оккультиста и выбили эпика. Инто на то я потратил 50 тысяч самоцветов. И в принципе, это неплохо. Да, кстати, ребята, если вы хотите, чтобы я вам паролил, оставляем заявочку, есть там ссылочка в описании, проверьте, там много полезных ссылок, куда вы можете подписаться. Потому, если что, ребята, берете, подписывайтесь, вот, у вас в жизни настанет вообще лепота, доброта, вообще все хорошо будет. Про телеграм-канал не забываем тоже, потому что там сейчас голосование идет на данный момент, как мы назовем новый аккаунт. Вот, по типу яйца тунца будет голосование, то, как мы назовем новую гильдию. Короче, дохренища вариков, ребзи. Кстати, да, давайте, не забываем. Вообще, как бы, как, ребята, вам этот роллинг? А, и про Red Legion, ребята, гильдию, не называйте. А вообще, мне нужно еще потянуть одну минуту. Давайте просто молча на друг друга возьмем, посмотрим. Вот, вот так вот, просто в глаза друг другу будем смотреть. А, давайте смотрим друг другу в глаза. Кто первый засмеется, тот проиграл.
Ладно, ладно. Ладно, я проиграл. Я проиграл, друзья. Все, признаю. Короче, пишите в комментариях, как вам этот роллинг понравился, не понравился. Ставьте княжеский лайк за мое скрипучее кресло. Всех целую в помидоры. Всем пельмени. Всем пока.